FIFA 15 Ultimate Team, монета, а также другие игры вы можете приобрести на сайте krabo.ru, ссылка в описании. Здравствуйте, дорогие друзья! Тьерри Даниэль Анри. Как вы знаете, Тьерри Анри закончил карьеру футболиста, и поэтому в честь этого легендарного француза я решил запустить серию выпуска One Up. One Up на Тьерри Даниэля Анри, ибо он этого заслуживает. Это просто величайший нападающий, и в следующей FIFA уже его не будет, поэтому давайте проведем его достойно и попробуем еще наиграть с ним много прикольных матчей и забить, пожалуй, прикольные голы. И давайте смотреть на тот состав, с которого начнется One Up. Конечно же, по правилам это будет бронза, нерарная для начала. Ну что ж, давайте смотреть, с какого состава начнется наш путь. Это будет, конечно же, нерарная бронза, по правилам One Up так и есть. Это будут французы, потому что, собственно, во Франции Монако и начинал свою карьеру Тьерри Анри. Итак, с левого атаки у нас Буржуа, с правого атаки Нури, под нападающий Саванье, полузащита Перес, Дьягурага, слева в защите Момбриз, в центре обороны Бойер и Байн. Точно не Бэйн, потому что Бэйн, пожалуй, был бы британцем. Справа в обороне Тамбе. И в воротах у нас будет стоять Летелье. Вот такой вот у нас состав для начала. И как вы знаете, по правилам One Up, каждый гол Анри равняется замене игрока на более качественно. А именно в данный момент это будет замена на бронзу, потом на нерарное серебро, потом рарное серебро, потом нерарное золото, потом рарное золото и потом конец. И, в принципе, я оставляю правила такими, как есть, добавляю от себя только один нюанс. Если соперник делает Rage Quit, то есть, если он дисконнектит или выходит из игры, потому что он понимает, что его уничтожил ежик с Тьерри Анри и компанией, то я за Rage Quit добавляю еще одну замену игрока. Посмотрим, может быть, Rage Quit'ов не будет, может быть, будет. Давайте начинать. Так, ищет долго соперника. О, нашел. БПЛ-очка, такая причем симпатичная. Ну ничего, танки грязи не боятся. Давай я тебе сейчас покажу силу французов и Тьерри Анри. Хорош, перехватили, давай, побежали в атаку. Пасик, а вот и Анри, собственно. Запускаем и Тьерри Даниэля, но нет, еще рано не выдавать пас. Буржуа, хорошее ускорение. Ищем Анри. Ух, опасненько, опасненько. Так его ой-ой-ой, побежал Коста. Фух, мимо, хорошо. О! Фух, пронесло. Опасненько. Такие удары, конечно, будут очень-очень сильно пугать, пожалуй, потому что вратарь тут у нас не Джо Харт. Анри. Анри, удар! Ух, опасно. Так, пристрелочка, пристрелочка, все нормально. Ой, номер нужно было поменять, конечно же. В следующем матче поставлю ему. Не дают, капец, совсем разогнаться. О, тут может быть атака. Тут может быть атака. Давайте запустим на фланг. Хорошо, Нури. Нури, подача. Анри! Ё-моё. Эй, хорошая финтюлечка. Ну, ух ты. Алло, свисти. Мне будет штрафной удар, очень даже пригодился. Угловой подавать Анри не будет точно. Сыграем. Неплохо. Пасик сюда, ладно, пробьем. Удар! Ух, вратарь. Дайте Анри гол забить, алло. Ой-ой, да ладно, будешь ты бежать. Фу, вратарь, хорош. Нормально, вратарь, конечно, очень даже радует пока что. Анри всюду, справа, слева, он просто молния. Передача. Анри, удар. О, мимо, а фола не было? Фола не было. Ага, заброс, конечно. Куда? О, принимает мяч, конечно, очень неуверенный тип. Анри. Хорош. Анри пошел. Вперед. Анри. Анри. Удар. Фуй, Харт. Ё-моё. Было близко. Первый мяч был очень близко. Опять у нас Анри на розыгрыше. Нужно будет его оттуда забрать. Потому что нужно ему забивать. Не крути, неплохо. И. Удар. Харт опять вытаскивает. Что ж ты будешь делать? Анри. Анри. Удар. Харт. Первый тайм закончен, у нас 0-0. Ой-ой-ой. Чисто. Ну как? Какой фол?
Ничего не было. Пробивает. Фух, мимо. Забирай, забирай. Ой-ой-ой, зачем ты доставал? Угловой себе привез. Лучше бы не доставал с такими успехами. Ягурага, беги. Финтюлечку, хорошо. И сюда, вниз, нормально запускаем. Нури, давай, беги. Беги, как никогда не бежал. Там сверху Андрей уже подключается на весик ему. Слишком, слишком высоко. Сдал еще. А мы чуть, да, и подходим, подходим. Перебросик. Анри! Ну! Да как? Невероятно, Джо Харт что творит? Подача. Удара нет. Удар, удар! Харт, это просто что-то невероятное. Запустить его не знаю. Буду. Ух ты. Алло, ну что там было опять? Ну, рефери, ты гонишь. О-о-о! Андрей, нормально. Забросик хороший. Нури! Нури! Передача! Ой, Харт опять. Ну почему ты дал передачу Харту в ноги? Нури, ну что с твоими ногами не так? Ягурага. Давай, Ягурага. Пасик. Анри. Финтюлю. Хорош. Анри, удар. Харт, добить. Удар. Что это за удар? Анри, перебросик. Пас. И... ну, хотя бы 1-0 мы забиваем. Но, к сожалению, забивает не Тири, Анри. Но 1-0 мы выигрываем. Анри пасулю отдает. Одну из двух. Но это не его бог. Ой, ломай, падай, что-то делай. Подкат. Чистый наш мяч. Оп-оп-оп. Правильно. Анри. 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 Ура! 2-0. Кири, Даниэль, Анри. Вот так вот получай баночку. Одного игрока мы уже меняем. Ой-ой-ой. Вратарь, что он творит? Ну! У-ху! Хорош, вот это спаслись. Ломай. Хорош, вратарище. И все, 2-0, победа, хорош. Одного игрока мы меняем, Тири Анри забил. Да-да, браво, Тири, красавчик, красавчик. Сейчас мы тебе номер дадим еще по феншую, твой 14-й с Арсенала. Анри, man of the match, вот так вот. Легенду ценят. 14-й, окей. Вот теперь вот все нормально. И одного игрока мы вправе поменять. Ну и меняем мы, пожалуй, Буржуа. Один матч ты у нас сыграл, ничего хорошего, в принципе, не сделал, но старался. И вместо тебя у нас выходит Балми. Довольно-таки дерзкий парень, Джереми Балми. 92 у него пейс, слабая нога, 4 звездочки. Серия А у нас. Ой, бегунки тут будут опасные против моих ребятишек. Ой-ой. Плохо. Перес. Перес. Перес на Анри. Ну, ух ты, ну, блин, алё, блин, гол, 1-0, ну вот там от своего взял, я думал, свободный удар, да тут, хотя, конечно, такого в FIFA не бывает. И Буфон ошибается, 1-0, но что это было только что? Это свободный удар, так нельзя же играть, от своего взял с ноги. Ну да ладно, бросил мне соперник, пожалуй, понял, что нужно таким образом разыграть. Анри, хорошенький, под себя взял, нормально, передача на Нури. И где же Андрей? Передача и... Балми, а ну покажи, что ты можешь. 92 пейс. О, понеслась. Пасик. Еще один. Дальше, блин, жаль. Тут Андрей был только что с мячом. Ух ты, Андрей. Принял. Удар. Ой-ой-ой, перекладина. Слоном нужно искать. Тири, Андрей, это же Ван... О, вратарь, вы посмотрите, что он творит. Нури набирает скорость. Передача тут на Анри. Анри дальше нормально. Красивенько атаку разгоняет наши бронзовые ребята. Нури. Нури. Финтюля. Хорошо. Еще одну. Нормально. И Анри. Ё-моё. Близко. Беги. Беги. Ой, под себя как красиво взял. Нормально. Еще разочек пас. Анри. Анри. Удар. 2-0. Тири, Даниэль, Анри забивает этот мяч. Красавчик. Красавчик. Легенда будет забивать. Будет забивать в каждом матче. Несмотря на то, что он уже не молод. Скорости у него не так много, как у молодых. Но вот за счет техники будет работать. 2-0, пожалуйста. Тири, Анри. Е, Нури.
Анри. Нури. Нури, Нури, Нури. Ждет на Анри, дождался. Ну! Ну! Фол, пенальти! Да дай ты пенальти, блин, у нас тут ванап! Анри. Пеналечка была чистая. И гол был бы там еще один от Анри, пожалуй. Ой-о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 й
Передача одна, вторая. Забросик на Тири Анри. И удар. Буфон. Дягурага. На. Анри запускает нашего молодого талантища Балми. Балми. Передача. Анри. Блин, Анри, чё ж ты на пятачок не шел? Ух ты, ты. Анри. 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 Удар. Буфон. Ну почему ты там стоишь в воротах? Зачем? Иди отдыхай, ты уже тоже не молод. Играй вон ап. Так, ловить, ловить Джовинко. Хорош. Вот за счет корпуса и читания я все-таки останавливаю в 9 из 10 случаев. Но однажды мы дали пробежаться все-таки Тевесу. Хорошо. Хорошо. Сохранил мяч. Там Анри уже в офсайде. Вышел с него. Получил пас. Анри! Ближний, на! Буфон. О, нет. Только не Тевес, который убежит от всех и вся. Чисто, чисто, чисто молчать. Фух. Знаете вы наших судей, конечно, могут они тут привести нам. Так, разыграем. Диего Рага. Так, где Анри? Ой, Буфон! Опять. Буфон, Буфон, Буфон. Там же серьезно пахло еще одним голом от Анри, но... А тут? Где Анри? Где Анри? Мы потеряли его. Анри! 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 Удар! Алё, пенальти! Пенальечка, хорош! Будет. Еще один шанс у нас на все-таки на третий гол и второе в исполнении Анри. А пенальти было! Пенальти было, нечего там руками размахивать, дещиглил. Ты сбил его, и давай посмотрим это на повторе. Оп! Нет, даже не дещиглил там сбил, а больше там поработал Эврана, там Фолин по пяткам дал. Ну что ж, Анри против Буфона. О, легендарность для этой пеналечки просто зашкаливает. И забивает Тири Анри. И рэч-квит. Рэч-квит. И это еще один гол. Я ничего не делал. Это еще один гол, как мы и договаривались. Вот, фух, знал я. Знал, что так будет. Просто чувствовал, что ребята не будут выдерживать, играя... против Анри и компании, получая за шиворот сколько угодно. Поэтому за этот матч мы зачитаем 2 гола, которых забил Анри, плюс Рэч Квит. Это значит, 3 игроков мы сразу меняем после этого матча. Здорово. Итак, 3 игроков мы вправе поменять. И это кто у нас будет? Давайте придумаем. Давайте начнем с этого парня. Выпускаем мы... Фумутамузо, и нужно будет уже пополнять мне себе замены и резерв соответственно. Тамузо у нас выйдет. В принципе, довольно неплохой парень. А, поменяли мы Нури. Нури у нас сыграл 2 матча и 1 ассист дал. Укрепляем центр обороны, давайте. Выпускаем в центр обороны Реми и Кастельетто. Вот такая вот тут теперь у нас пара будет. Жесткая. У них скорости чуть побольше и силы чуть побольше. Ну что ж, вот так вот мы начали путь с Тири Анри. Надеюсь, что вам понравится эта идея ванапа именно на легендарного Тири Даниэля. И надеюсь, что мы пройдем путь до конца. И таким образом поблагодарим Анри за его шикарные матчи, за его шикарную карьеру, за те эмоции, которые он дарил нам всем тем, кто любит футбол, несмотря на то, какие клубы мы поддерживаем, или сборные страны, конечно, соответственно. Так что так, спасибо вам за просмотр, если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, до встречи и всего хорошего! Здравствуйте, дорогие друзья! Пожалуй, вы знаете, что иногда я стримлю, но не у всех есть возможность смотреть в прямом эфире, как я играю. Кто-то не знал, пропустил, опоздал, провтыкал, но хотел посмотреть. Поэтому многие из вас просили иногда выкладывать нарезку со стрима, что я и сделал. Вчера играл в FootMess Cup в погоне за крутым мегапаком.